Приурочена к 71-й годовщине освобождения от фашизма, молодая гвардия партии социалистов начала ряд акций. Вот сегодня мы начали акцию «Вахта памяти». Наши молодые гвардейцы будут выходить на 15-й, на 10-й, и на 5-й день, и на 9 мая. Будут выходить и стоять возле самого памятного места и возле знака победы в городе Бельцы, возле нашего танка. У нас, у молодой гвардии и у партии социалистов будет проходить большое количество акций. Мы посетим обязательно каждого ветерана. На многих мемориалах, как в Бельце, так и в север, и по северу Молдовы, мы проведем субботники и приведем эти мемориалы, которые заброшены, в порядок. И, конечно же, это все завершится большим автопробегом, который пройдет как по Бельцам, так и по северу Молдовы. И, конечно, хотелось бы пожелать ветеранам, потому что они уже в возрасте, хотелось бы пожелать им крепкого здоровья. И спасибо им большое за то, что они нам дали это мирное небо над головой, то, что мы живем в мирное время. Еще раз крепкого вам здоровья.